Приветствую всех, кто смотрит это видео. С вами Бланленд, и мы спешим сообщить, что сегодня день рождения у американской актрисы, певицы, танцовщицы, модельера, продюсера и бизнес-вумен Дженнифер Лопес. Ей исполнилось 54 года. Она впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl телешоу In Living Color. Она оставалась постоянной участницей коллектива до 1993 года, когда решила начать полноценную актерскую карьеру. Свою первую главную роль Лопес получила в биографическом фильме о певице Селене в 1997 году. Эта роль принесла ей номинацию на «Золотой глобус». В следующем году роль в фильме «Вне поля зрения» сделала ее первой латиноамериканской актрисой, заработавшей 1 миллион долларов за фильм. На музыкальной сцене Лопес дебютировала в 1999 году с альбомом «On the Six», которому предшествовал сингл «If You Had My Love», занявший первое место в 6 странах. После выпуска второго студийного альбома «J-Lo» и фильма «Свадебный переполох» в 2001 году, Дженнифер Лопес стала первой в истории певицей и актрисой, фильм с участием которой и альбом заняли первое место в одну неделю. После развода со вторым супругом Лопес были отношения с актером Беном Аффлеком, которые широко освещались в СМИ, что сильно повлияло на ее третий студийный альбом «This Is Me Then», а также на фильм «Джилия», который стал неудачным с коммерческой точки зрения и был прохладно встречен критиками. Вскоре после расставания с Аффлеком Лопес вышла замуж своего приятеля Марка Энтони и снялась в фильмах «Давайте танцуем», 2004 года и «Если свекровь монстр» 2005 года. Пятый студийный альбом «Лопес» достиг высоких продаж в первую неделю для испаноязычного альбома США. Мы желаем талантливой певице и актрисе крепкого здоровья, больше хороших ролей, удачи в своих профессиях и больше наград. А с вами мы не прощаемся. До скорых встреч!